А что это у нас тут? Что это у нас тут приехало? Софиоши. Вот так в Бухаре научились не только готовить по заказу, но и доставлять в фирменном казане, горячим, пышущим. В любое место, в общем, в Бухаре можно заказать. Где? Знаменитый бухарский плов. Софиоши. Ну, сейчас мы будем будем еще раскрывать его. Все ждут, голодные ребята. И мастер делает 30 тонн плова в год. Вот это да. В год, да. Когда у них урожай на ифтар? На ифтар. Под ифтар, you know, the урожай. Сетапчик уже ждет пловоедов. Плов eaters are waiting. О, Эльвира принесла. Да. Самый главный элемент. Чего? Плов. С точки зрения инстаграмности. Так. Что, будем наливать? Сейчас они подойдут, посмотрят. Наливать что? Наливать. Масло? Масло уже там налито. Separately in this special place in order to water coming down. So inside of that there was a meat, big pieces of the meat boiled. Lamb meat. No, actually it's not lamb, it's cow meat. Beef meat. Yeah, beef meat. So they boil it like the soup. But bouillon was strong. Then they boil it. It's a half 70% done separately. Then they put this pot and they put the meat inside. Напоминаю, сейчас это не мастер-класс по приготовлению, а мастер-класс по сервировке бухарского плова. So waiting? Wait. But normally you would use quite a lot of oil. This time you didn't use a lot of oil. Normally they use enough oil to make the best quality. But for our purpose, we ask the please less oil, less minimum oil as possible. Look, he's trying to open the carrot. Carrot and everything. Then the rice will be there, the carrot and the some other ingredients, and put the meat and go. Okay. Wow. Very cool. Yeah. Only Bukharian. Bukharism? It was an Iranian attack on the Persian time. Between the Amudaria and Sardaria, there was an Iranian-speaking population which used to make these those kind of. Wow. Sergey, and what about Suzma Palov in? Suzma Palov, it look like that, but Kazan is different. Kazan is different. Kazan is regular, yeah. The regular Kazan, they are putting. They are also boiling the separately meat, but a little bit fried, and open it. Then they put the carrot. The first they put the carrot. Around. As it down. Then they put around the carrot the meat. Then they put the rice and make it the special hole and put the bouillon, the soup. Раиса Ахмедовна, а вот для вас, как для коренной бухарки, да, наверное, тоже в какой-то момент это было сюрпризом, да, потому что, насколько я знаю, раньше не готовили этой, делали вы, не, сейчас делают, а вот в какой-то, это не так давно появилось, а вы, наверное, сами узнали об этом рецепте. Нам на это самое сказал, он пришел и говорит, у вас же уж Софи делает. Мы говорим, ладно, найдем, мы его потом этот. Я думаю, вот Сергей. И открывает, да, это? То есть фактически это новый продукт, который возродили. Сергей включил. Продукт. И его как бы сейчас, получается, вот эти ребята своим сервисом, тем,
что они его не просто готовят, а доставляют, вот это устраивают, вот это все. Да, прекрасный мастер-класс по сервировке. Не на иностранный турист. Да, она местная, я знаю. Сами бухарцы заказывают. А мы пытаемся их привлечь внимание. Да, да, да. Они готовили для себя там, это далеко. Где-то, да. Туристы никогда не предлагали. Это же ритуальный блок. Но этот же Дамас может доставлять и в гостиницу, как мы видим, да. Отлично, отлично. Это прямо на наших глазах в Бухаре появляется гастрономическое новое открытие такое для туризма, международного туризма. Все, это должен стать вот именно доставка прямо в гостиницу. Они доставляют, но у них местные спрашивают, им для туристов. Сейчас они поехал, хозяин поехал на Кванзи, да. Огромное количество плов, и у них еще 5-6 казанов было. Сейчас он быстро должен вернуться. Но он один из лучших. Да, один из известнейших. Да, да. А они в одной примерно махале где-то или раскиданы? Они в разных махалях, но это в той махале на Магистрали. Ханабадская махале. Это самый знаменитый. Вот, вот, вот еще. Вот. Сейчас с Питером порция ждет нас. Давайте, что вы? А, ну и вот самая важная заключительная часть. А, вот господин Низет отложил себе плов, а мы все-таки узбекистанцы предпочитаем есть из общего легана. И начинается процесс сначала дегустации. И как обычно дегустация такого прекрасного продукта превращается потом в поедание. Ты не можешь остановиться. Великолепный. Он всегда гарантирован у этого мастера. Я уже не первый раз как бы ем, но вот впервые в туристической среде. И я очень рад, что этот плов выходит на туризм вот таким образом. Потому что в основном пока суфиош заказывают бухарцы для каких-то своих внутренних мероприятий, да, так скажем, на местном уровне. А туристы обязательно должны иметь возможность это дегустировать. Спасибо. Шпаза на 40-я. И Сергею Викторовичу Данилову «Вкусный Узбекистан». Я, получается, не в первом поколении, он да? Четвертое поколение. О, четвертое поколение. Четвертое поколение, сейчас его дети. А это все родственники. А, это товары. Родственники. И доставкой занимаются, да? Они и готовят, и доставкой занимаются. У них 3 или 4 дамаса. Они сейчас все в дамасе в этом, в разъездах. В разъездах. А казаны как матрешки тоже, да, такие? От маленького до огромного, да? Наш самый маленький был. Да, ну я, кажется, видел. Ну, у них есть казаны и на 1 килограмм плова, но да. Они не готовили сегодня. Ну, если есть заказ, приготовят. Да, они готовят. На ифтар, они говорят, у нас мы не было возможности, мы как на конвейере работали. Я туда еду, казаны расставляю, обратно еду, казаны забираю. Да, да. Шикарно. Это же вот как раз таки и вся традиция вокруг этого, да, суфиоша, это и представляет интерес. Это не просто еда. Это элемент культуры, который они делят трапезу между собой. Его делают на ифтар. Никто ифтар с одной семьей не кушает. Ифтар в Узбекистане проводят, всех приглашают. Конечно. Да. Друзья там собираются. Друзья, да. И по очереди они. И вот они работали на них. Сергей Викторович, а это оба варианта именование правильное, и Суфи Ош, и Ош Софи, Ош, да, Ош Софи, да? Чурак. А что значит Софи вообще? Стульчик есть, может? Нет, мне кажется, там есть какое-то ритуальное значение. Да, никто мне еще на этот вопрос не ответил, но вы пока тоже не докопались, да? Я пока не спрашивал. А, вы даже не спрашивали. Ну что ж, у нас есть there is a room for further investigations. Да. Есть чем заняться в следующий приезд. Yes. Экспертный. Я спасибо. Думаю, да. И вам спасибо. Вы были шогирд у Усто, да? Я им не мешал готовить. Вы не мешали? Что, вообще не мешали? А камера? Я контролировал, но не мешал. А постоянная камера? Окей, спасибо. So, guys, how do you find it? Quick. Love it. Beautiful. Wow. Buonissimo. Good. Buonissimo.